2 марта в Брянске развернулась борьба за право называться сильнейшими спортсменами нашей страны. 185 тяжелоатлетов приняли участие в чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Весовой категории до 73 килограммов с результатом 111 килограммов Надежда Сычева стала чемпионкой России. Воскресенская тяжелоатлетка опередила соперницу из Ханты-Мансийского автономного округа Ирину Голицыну, обладательницу серебра более чем на 30 килограммов. 4 апреля «Надежда» в составе сборной Московской области уезжает в Тульскую область на сборы, готовится к Кубку мира, который состоится 23 апреля в Венгрии.